Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева, это программа «Город С», программа, где мы рассказываем вам о самых удивительных событиях и людях, которые живут в нашем городе или оказываются в нашем городе проездом, ну или люди, о которых все говорят, пишут, читают. Вот и сегодня в нашей студии, мне кажется, человек, которого знает вся социальная сеть, те, кто подписан на него в Фейсбуке, ВКонтакте, читал многие годы его в ЖЖ, и человек, чьи книги, наверное, сейчас очень многие, ну, известные личности называют культовыми и по праву называют бестселлерами. Джон Шемякин у нас сегодня в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот всегда было интересно, как вам хотелось бы, чтобы к вам обращались? Джон Александрович или просто Джон? Вот как в жизни комфортнее? Джон. Джон, хотелось бы, наверное, начать с ваших книг, которые вы сегодня к нам принесли в студию и которые действительно, ну, наделали такое невероятное количество шума во всех социальных сетях. Можете ли рассказать и похвастаться? Мы за эфиром тут уже выяснили, что вторые тиражи выходят и вышли даже. Ну да, неким загадочным образом люди купили, я с огромной тревогой, да, со стыдом каким-то все это дело отправлял в печать, зажмурившись. Ни во что не верил. Как-то пошло. Первый тираж раскупили, допечатали. Сейчас вот тут со второй книгой такая же история. Народ раскупает. Ну, каково это чувство, когда вот на встречах с читателями потом так называемые автограф-сессии, ведь разные люди подходят, большие, маленькие, взрослые и так далее, те, кто читал вас, читает, или те, кто с вами впервые познакомился. Вот каково это подписывать книгу и чувствовать вот это вот самому? Да я думаю, как у всех, синдром самозванца сразу срабатывает, потому что всякий раз кажется, что войдет, ну, если не Лев Николаевич Толстой, распушив бороду, то, во всяком случае, твоя первая учительница, Зинаида Прокофьевна, скажет тебе: «Шемякин, что ты тут делаешь? Зачем? Ты же понимаешь, что ты ничтожество. Вон отсюда». То есть некое такое вот самобичевание присутствует периодически? Ну, вы знаете, я 69-го года рождения. Если у человека 69-го года рождения, который работает сейчас уже так на пределе срока эксплуатации, нет комплекса самозванца, ну, я не знаю. Значит, он или не в 69-м, или не в Советском Союзе родился. Или не в этой стране. Да, да, да. Как минимум. Хочется отметить, конечно, что растет количество подписчиков, указанных на книгах 50, 60, а то и 70 уже, а их на сегодняшний день порядка 75 только в одном Фейсбуке. Действительно ли то Фейсбук сейчас, вот для, как вы сказали, людей, рожденных там в 60-е, некий рупор гласности, когда можно писать, чего хочется, делиться своими эмоциями? Чем живете, что чувствуете? Удобно ли, стало ли проще доносить информацию какую-то? Ой. Вы знаете, вот два изобретения, действительно, которые реально повлияли самым удивительным образом на всех. Вот. Причем не на тех, на кого все это дело с самого начала задумывалось и затачивалось. Ну вот скайп. Вот. Прелесть. Вне всякого сомнения. Я так получаюсь, что так получилось, что я общаюсь с большим количеством людей, которые старше меня и значительно старше меня. И я вижу, как скайп качественно улучшил их жизнь. И вообще спас огромное количество семей. Потому что все эти бабушки и дедушки, которые раньше сидели, стонали и кисли по своим квартиркам. В ожидании внуков. Да, да, да. И там с соседями иногда, телевизор. Все это было такой прокисший бульон какой-то. Теперь я просто своими глазами могу это видеть, как люди устраивают скайп-сессии. Собираются все эти... Вся родня. Старые соколы. С кем-то они там это. И они устраивают общение, они застолье устраивают совместно. Новый год отмечают люди по скайпу. Греет то, что это бесплатно, греет то, что это все. А кроме того, люди стали, если мы говорим про скайп, сейчас перейдем к Фейсбуку, если мы говорим про скайп, люди стали наряжаться дома для скайпа. Вот раньше я застал то время, когда телефон проводной и дисковый даже, да, был там один на подъезд. Да, ходили люди... звонить. Я сама ходила звонить. У меня, когда мне нужно было позвонить, я шел к соседке. Соседям, да. Она у меня проверяла дневник.
Заслужила или не заслужила? Совершенно точно. Моя мама красила губы, когда шла к этой соседке, поправляла прическу. То же самое сейчас происходит со скайпом. Люди стали как-то наряжаться дома, как-то следить за своим изображением. Как я вот, выгляжу, конечно. Да. Как меня будут воспринимать. То же самое и Facebook. Вы знаете, вот меня сейчас может понести, и вы меня ударите вот этой книжкой. Если по голове, дотянусь. Дотянете. Одна из моих любимых историй, я историк по образованию, она про актера, которого Нерон изгнал из такой ревности, изгнал и из Рима. И этот актер, трагический актер, уже очень пожилой, он добрался в своих странствиях вообще до края света фактически, там где-то на севере Германии. И там даже уже не римляне, а германцы, у них там какая-то ярмарка, и он решил дать последнюю гастроль. Он нарядился, да-да-да, он встал на катурны, он надел маску, надел все самое лучшее, то, что там, трясясь, переоделся под кустами, вышел к этим, значит, германцам, которые не то, что там актеры, они театра-то никогда в жизни не были, и прочел монолог Андромахи, вот, на греческом. И его довольно быстро обожествили. Настолько все были поражены. Ему построили бревенчатый театр. Он там выступал. А потом он испугался, потому что действительно его обожествили. И он убежал. И что произошло потом? Жители вот этого городка, этой деревни, с этим вот театром опустевшим внезапно. Да? Внезапно любовью к Гомеру. Вот. И всем таким прочим, с ощущением того, что было, вот с ощущением тех переживаний, которые они испытывали, которые вообще им были не свойственны, ввиду их того, что они просто обычные, простые люди. Вот. Они стали сходить с ума. Они пробовали говорить стихами, они пели и так далее. Когда туда прибыл римский наместник, вот, он застал то, что люди в этом театре живут. Они побросали, да, полностью. И они пытаются. Это такая, один из первых случаев исторически описанных массовых психозов. Вот то же самое могу сказать и о Фейсбуке. Но это виртуальная реальность, вот мне подсказывает режиссер, некое такое вот в конечном итоге. Потому что быть услышанным в современном мире можно только вот в повседневной жизни, можно только путем шокинга. Вжух, и ты вот что-то такое, да, как говоришь. Фейсбук сейчас позволяет просто сесть и рассказать, что было, что волнует и так далее. Кто-то эпатирует, кто-то воюет, кто-то строчит жалуется. Строчит комментарии. Кто-то... Происходит... Вот многие говорят, что это суррогат общения. Я с этим не согласен. Это не суррогат общения. Это просто новая форма коннекта. Люди могут быть услышаны. За это, собственно говоря, вот за право человека быть услышанным, вот, за это положено на протяжении всей истории человечества огромное количество сил, жертв и все. Ну, я услышать. Так понимаю, что вы не особо переживаете за то, как реагируют люди, что пишут. Я так понимаю, спокойно относитесь, все читаете. То есть нет таких вот удалений комментариев, каких-то там, я не знаю, блоков или что-то такое. Есть ли у вас люди, которых вы там блокируете, которых вы там ненавидите, с кем не дружите, с кем отказываетесь дружить? Социальные сети на это вас вот толкают, на такие поступки такие? Вы знаете, я на самом деле очень импульсивный, нелогичный и довольно такой истероидный человек. Долгое время был только в этом сценарии. В последнее время, да, ну вот там 50 подходит уже, да, вот, в последнее время я как-то стал не то что поспокойнее, а просто у меня в первую очередь встает, какой мотив у человека? Если человек врывается к вам, ко мне и говорит, дураки. Страшные, нехорошие, вот, плохие. И так далее. Бог его знает, что на самом деле, ну, во-первых, возможно, мы действительно дураки. А во-вторых, возможно, он пытается для нас донести какое-то действительно что-то для него значимое, и он это говорит с болью по отношению к нам. Это гораздо более симпатично, чем равнодушная, дежурная, вымученная похвала или там какая-то экзальтация, когда там люди бьются в каком-то экстазе.
Вот это гораздо более болезненное впечатление, допустим, на меня производит, когда человек начинает тебя ни с того ни с сего неистово обожать. Вдруг. Да, это как-то... А критика, ругань... Отправляю кого-то в бан, да, отправляю, я живой человек, я не выношу, когда... Есть вещи, которые я не выношу, но все прекрасно знают, бан для меня... То есть, вот когда это просто прекращение, временное прекращение любого общения. Потом всех я, конечно, разбаниваю там и так далее. Но просто мне нечего сказать этому человеку. И мне неприятно. Ну, лучше взять паузу, как говорится. Да, 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 да. Но у меня вопрос: как бы находясь в социальных сетях, я нашла некоторые фотографии ваши очень интересные. Заметила, что появились красивые фотосессии. Следите ли вы за имиджем своим, как вас воспринимает общественность вот именно в сети? Важно ли вы, как вы выглядите, как вас воспринимают, что пишут, приятности какие-то. Вот фотографии, например, в каком-то очень удивительном образе, в клетчатой юбке. В килте. В килте, да, я предлагаю сейчас увидеть это, мы видим на экране. Можно ли рассказать нашим зрителям, почему возникла такая идея? Ведь есть история, и она непосредственно связана с вашей семьей. Ну, я думаю... Да почти все уже знают об этом. Мой отец, он шотландец. Вот. Он давно уже умер. Он строил у нас в Советском Союзе ныне до сих пор существующий в Беларуси. В Могилеве, да? В Могилеве, да. Комбинат химического волокна. Моя мама там работала. По итогу строительства комбината химического волокна родился я. Ну, вот. Отца довольно быстро выслали. Наполовину я шотландец. Килт на мне. Вот клетка, которая на этом килте. Это рот? Это называется тартан. Вот эта клетка. Нет. Наш родовой тартан я не рискнул. Не рискую надеть. А это просто... Стилизация, да? Нет, это тартан называется Black Watch. Это полк, в котором служили мой прадед, мой дед, мой отец. Мой отец в этом тартане воевал. У меня отец 24-го года рождения, и он... То есть знаковый, получается. Воевал. Да, это тартан моего отца, и я поэтому иногда... его надеваю. Не для того, чтобы эпатировать, не для того, чтобы создать какую-то красивую, там, невозможно красивую картинку. Ничего красивого в том, в мужике, который, как вы справедливо заметили, в юбке, если он не зарабатывает этим деньги по ночным заведениям, нет. Просто иногда необходимо перешагнуть через свою вот эту вот закомплексованность, какую-то такую, ой-ой-ой. Просто надеть тартан, надеть спорон, это вот сумка, надеть вот всю эту сбрую и сфотографироваться для того, чтобы это было. Потому что специфика Фейсбука и специфика вот по поводу внешнего вида и всего остального. Себе, да. В 45-м году моя бабушка впервые приехала в Китай. Китай тогда еще не был коммунистическим. В Китае шла гражданская война. Моя бабушка служила в определенном ведомстве, она работала в Шанхае. Первое впечатление о Китае, которое у нее было, она увидела старика, который на асфальте кистью писал иероглифы. А писал он их, обмакивая кисть в воду. Огромная толпа зрителей. Он рассказывал о своих бедах. Это особый такой стиль китайской каллиграфии. Да? И бабушка видит, что там люди, кто-то плачет, кто-то дает деньги. А в Китае тогда мелочи не было металлической, а бумажная. Бросает ему бумажные деньги, эти деньги уносит ветер. Кто-то их ловит, снова приносит, уносит. И постепенно под солнцем это все вот высыхает, исчезает, испаряется, превращается в ничто. Снова в серый будничный асфальт. Вот Facebook, при всем в своем величии, это лента.
Это лента, уходящая... Обновилось, ушло. Все мои там эти фотографии и все такое прочее, очень многие люди, достаточно справедливо на самом деле, они упрекают меня в том, что фотографий там довольно много и так далее. И там слово «нарциссизм» звучит. Я с этим категорически не согласен, ну, потому что я знаю определение, классическое определение «нарциссизм». Нарциссизм — это отсутствие эмпатии, отсутствие сопереживания и всего такого прочего. Не так немножко это все. Вот. У меня есть эмпатия, у меня есть сопереживание и сочувствие, но у меня есть четкое осознание того, что мне прыгать в том виде, вот в той форме, в которой я существую, да, мне прыгать осталось ну, лет 10-12. Мне необходимо для себя зафиксировать, для своих детей, для следующих поколений, что вот был такой человек. Это отчасти страх, отчасти надежда на то, что вот надо, чтобы запомнили таким. Поставить, да, какую-то меточку, точечку на карте, зафиксировать, да, чтобы сфотографировать, запомнить. Я, люди, которые меня знают давно, прекрасно знаю, что 8 лет назад я весил 126 килограммов. Ну, вот. Домочадцы ваши, я так понимаю. Они это на своей... История да. известная. Вот. И вот весь этап моего похудания, весь этап моего там, дальнейшего... Там, преображения. Физкультурности угу. моей и так далее. Да, я это стараюсь фиксировать. Это мотивирует достаточное количество людей, которые частью мне близки, частью мне не близки, но тем не менее это их как-то мотивирует. Я никому, вот знаете, вот, я не хожу со своими там, этими якобы книжками, со своими фотографиями по вагонам, не предлагаю их покупать, не подмигиваю, там, не это, то все. Я просто их выкладываю у себя на личном этом самом Фейсбуке. Хотите, смотрите, не хотите, пролистывайте. У меня вопрос. А вот есть ли действительно такое вот, не знаю, понимание у вас, как у историка, о том, что все-таки все перекочует в интернет, мы не будем практически читать. Наши дети уже очень мало берут в руки настоящие живые книги. Дай бог, что есть семьи, где есть до сих пор библиотеки. Люди избавляются от книг, к сожалению. Да, купить электронную книгу, скачать ее и так далее. Вот выпуск книг печатных своего рода что? Как бы оставить тоже о себе некое такое вот напоминание, память и так далее? Или просто вот хотелось всегда выпустить что-то? Никогда не хотелось. Не хотелось? Никогда не писалось хотелось. Писалось и писалось, да? Писалось и писалось. Угу. Тем более, что я пишу именно как тот китайский старик. Вот. К огромному своему иногда сожалению. Потому что необходимо до тех пор, пока, я уже об этом говорил, но я повторю, до тех пор, пока я не напишу эпопею на 350 тысяч страниц с выводами, комментариями и эпилогом, полноценным автором называть себя в моей стране невозможно. Писателем. Писателем более, тоже да? невозможно. До тех пор, пока не будет эпопея... А она будет? Я надеюсь, что да, конечно. Интересно, о чем она будет тогда? Есть мысли какие-то? Да, может, что-то уже даже... мысли есть. Их обилие... Их на 300 тысяч страниц? Даже больше. С рисунками? Да. Никогда, кстати, не пытались что-нибудь нарисовать, там, проиллюстрировать? Я всегда пытался рисовать. Я был единственным учеником в школе, которого фактически освободили от уроков рисования. Потому что я очень любил рисовать. Я рисовал все с помощью офицерской линейки. Угу. И карандаши или ручки? У меня был карандаш, он у меня был один. Он у меня был тупой, я его любил. Вот. И этим карандашом я создавал динамические полотна. Прямо вот на уроке с криками, брызгами и всем таким прочим. Морской бой, офицерская линейка, карандаш, и моя лысая головенка. И я вот там вот визжал и, значит, рисовал. И меня фактически освободили только в рисовании. Хотя, нет, я не умею рисовать на самом деле. Люблю, но не умею. Вопрос, который, наверное, преследует очень многих авторов, издающих книги. Фильмы, сериалы, что-то воплощенное на видео.
Не было ли таких предложений или мыслей, может быть, как-то это вот честно перенести? Сказать, было два предложения. Серьезно? То есть люди хотели вот как бы поддержать это и экранизировать? Ну, люди хотели использовать это вот в каком-то своем контенте. Да ради бога, не вопрос. Я не представляю, как вот, вот это все... Вот, как это все можно экранизировать. Тут вот есть выпущены аудио книги, да? Ну вот, я их слушал вообще, сидея. Вот, честно могу сказать, хотя замечательный актер, ты читает очень красиво и хорошо и так далее. Но здесь специфика такая, потому что все, что я пишу о себе и фактически для себя, то есть для людей, ну, своего поколения, для людей своего типа. Знаете, вот для тех, кому 50, кто не хочет уходить, занимается там всем, чем можно заниматься, ну, вот не хочет уходить, повторю, в тираж, и поэтому выглядит как сильно пьющий 35-летний. Вот. Поэтому вот, вот этим трагическим фигурам, собственно говоря, весь этот комплект бреда и посвящен. Я хочу спросить, все стесняюсь. Приходилось ли страдать от чувства юмора в жизни? Получать за это? Если вы думаете, били ли меня? Нет, меня не били. А сожалеть о сказанном? Написанном, может быть? Я совершал немало поступков, за которых мне было стыдно, а теперь мне не стыдно. То есть это как-то отпустило это все? Да, отпустило. Вот многие вас отождествляют вот с героем нашего времени, нового поколения и так далее. Вы живете сейчас в Самаре или в Москве? Вот такой вопрос. Я живу и в Самаре, и в Москве, и еще там по целому количеству адресов. По всему... так сказать, западного. Есть любимый уголок в этом мире, так скажем, в этой стране, может быть, в другой стране? Куда стремится душа, так скажем? Я всякий раз вздрагиваю, когда у меня спрашивают про что-то любимое, потому что тяга... Мимолетная? Тяга никогда не ограничивается любовью. Никогда тяга к кому-то, к чему-то или куда-то невозможно ее объяснить. Ах, я люблю. Никогда. Это такой комплекс всего на свете. Там может быть любовь, там может быть горечь, там может быть пепелище, там может быть вот тот запах. Там масса всякого такого. Конечно, очень хорошо, условно скажем, в Италии. Очень хорошо. Но в Самаре у меня на рубежке... Бабушка лежит, мама лежит, лежат умершие. Ну, об этом мы говорить не будем. То есть лежат люди, которых я, допустим, оставить не могу. И меня тянет в Самару, допустим, в том числе потому, что необходимо убрать могилу бабушки и мамы, прибраться там, положить цветы. Назвать ли это любовью к Самаре? Нет. Это совсем другое. Самару меня тянет, естественно. А есть ли люди, друзья, соседи, те, с которыми вы до сих пор общаетесь, несмотря на годы или там какие-то проблемы, раскидало вас по странным городам и так далее? А это вот забытое уже ныне искусство. Им очень хорошо владели люди вот предыдущего от меня поколения. Начало века? Отчасти, да. Отчасти, допустим, 30-е, 50-е годы. Люди... могли не видеться и даже не писать друг другу и не общаться никак. Не просто годами, десятилетиями. 25 лет, 30 лет не видеться. И при этом оставаться друзьями. И при встрече как будто никакого вот этого вот чудовищно пережитого временного пласта, разбрасываний, войн, вот этих всех кошмаров, голода, холода, эпидемии, как будто не было. Как будто они снова гимназисты, как будто они снова студенты, как будто они снова там, молоды и так далее. Сейчас это искусство, ну, ввиду там большого количества причин, это искусство дружить, оно очень сильно трансформировалось. Потому что мы дружим, мы любим и дружим то,
до чего можем дотянуться руками. А лучше держать, вот держишь пальцы на горле, значит, любишь. Вот. А уехал на полгода, это уже называется любовь на расстоянии. Вот, это уже называется то и все, уже там... Это вызывает проблемы и непонимание. И, да, совершенно верно. Но мы сегодня выходим накануне замечательного праздника 8 марта, Международный женский день. Остается у нас совсем немного до конца программы, буквально несколько минут. Вдохновляют ли вас женщины на что-нибудь? Только женщины меня и вдохновляют. Вот эту фразу почему-то я и ждала. А есть ли те, кого хотелось бы поздравить, может быть? Обращаясь прямо вот в камеру напротив, заглянуть в лица, в глаза нашим замечательным самарским девушкам, быть может, признаться в любви, пожелать без весеннего настроения чего-то такого душевного, теплого. И тут... Дорогие женщины, простите меня, пожалуйста. Вот это неожиданно. Вот. Если попробовать, ну, очень трудно поздравлять вообще женщин с их праздником. Невозможно удержаться от банальности. Вот. Я попробую от этих банальностей не удерживаться. Вот мы начинаем жизнь в женских руках. И счастье для мужчины, если он и заканчивает жизнь в женских руках. Больше всего на свете, да, я хочу, наверное, в этот праздничный день обратиться к мужчинам. Посмотрите на женщин, которые вокруг вас. Вспомните, как мамина рука ложилась на ваш горячий лоб, когда вы болели. Вспомните, как ваши подруги и жены бежали в ночи, выручая вас из беды. Вспомните о том, как у вас появились дочери. Подумайте об их будущем. Будьте нежнее со своими и особенно чужими женщинами. А женщин Самары по-прежнему, уверяю вас, вы самые красивые, самые лучшие. Мы вас не очень достойны. Ну вот. И в этом есть тоже большая ваша заслуга. Работайте над этим. С праздником. Неожиданно это было все услышать. Действительно, очень трогательно. У меня вот мурашки побежали, Джон, серьезно. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли, что немножечко открылись, может быть, для меня с другой стороны. Для тех, кто вас никогда не видел, не знал, не читал, друзья, ну вы много потеряли, действительно. Загляните, посмотрите архивы, записи, какие-то удивительные, может быть, для себя найдете, не знаю, слова, фразы. Ну вот эти все произведения. Откройте для себя что-то новое. Подумайте над тем, как вы живете, и над тем, что есть среди нас люди, которые могут, к счастью, собрать это все воедино. Буквально одно слово скажу, с вашего позволения. Если, ну, чтобы было понятно, живу я не с продажи книг, естественным образом. С этого невозможно. Ну, вот, поэтому, когда вы покупаете, условно скажем, мою книгу, вот, обратите внимание, просто сами для себя, ну, просто возьмите в руки, посмотрите. Вот. Все деньги, которые там причитаются как автору и так далее, они все причисляются мной детям-инвалидам, то есть детям, которые в этом нуждаются. Это я не себя сейчас хвалю, упаси Господь, я милостыню не подаю и могу спокойно перешагнуть через человека, который лежит на улице. Я не умею оказывать никаких там помощи, поэтому очень часто я прохожу мимо людей, которым я могу помочь, ну, не помогаю им. Но вот детям таким образом я помогаю, чем могу. Поэтому, если не хотите покупать, не покупайте. Но 200 рублей в любой благотворительный фонд отнесите. Все, спасибо вам большое. Спасибо вам, творчество. Любви, успехов и весеннего, мне кажется, такого настроения. Неважно где, в Самаре, в Москве, в Италии. Все равно. Спасибо вам большое, друзья, что были с нами. Увидимся здесь, на телеканале «Самара ГИС». Город С по-прежнему приглашает самых удивительных, мне кажется, достойных людей для того, чтобы вам о них рассказать. До свидания. До свидания.